Вроде все спят. Да, им надо набраться сил. Да, ну кроме Макаренко, Судакова, Довбыка, вряд ли они устали. Ладно, пойдем, может тут есть куда сходить в Бухаресте. Добро пожаловать в Румынию! Ой, блин, откуда столько сахара? Ребята, вы чего такие бледные? Да все хорошо. Ладно, нам главное отстоять на ничью. Отстоять? Значит, я в старте? Ой. Це що, землетрус? Чув, що у Румунії таке буває. Та ні, це коленки наших парней трясуться. Дивно, але сьогодні наша збірна виглядає дещо обезкровлено. Да что происходит? Но тут же точно замешаны какие-то темные силы. Я разберусь. О, Влад, привет! Йожеф, привет! 100 лет не виделись. Да, если не 110, ставил на кого-то? Да решили испытать свою удачу и выиграть тачку у друзей Коси Газон, Форд Экоспорт или Ягуар. Второй этап розыгрыша продлится до конца евро. Всего 100 гривен, и я в игре. Не знаю, сколько это в румынских леях, но звучит будто немного. Твоя задача сегодня – выбивать. Понял. Выбиваю! Забарный, да? Этот парень не нравится. Хм, Саша, а что это в тебе на шее? Блин, заметно. Влада сказала, что не видно. Схоже на укус. А, укус? Тогда не знаю. Может, мне отсюда уже не уходить? Я уже штук 800 угловых подал. А, вот тут надо было выбивать. Теперь-то можно я пойду? Нет, стой. Ты тут весь первый тайм можешь стоять. О, как раз успею подписаться и поставить колокольчик каналу Коси Газон. Они-то точно про меня что-нибудь смешное придумают. Заодно и соцсети их изучу. Говорят, Инстаграм и ТикТок у них каждый день обновляется. Ребята, давайте выходить из-под прессинга через пас. Через пас своим. Слава богу. Ой, прости. Хорошо, что Австрия тоже не очень в форме. Да, я вчера успел добраться до Арнаутовича. Почему мы не бьем по воротам? Николаич, во втором тайме все исправим. Уверен, пройдем в плей-офф. Сплюнь и постучи по дереву. Короче, мені здається, вас покусав вампір, але я його ще не знайшов. Єдиний, кого нема слідів укусу, це Марлос, Циганков та Бесєдін. Ладно, Циганков, розмінайся. А я? Ты позже выйдешь. Мне все еще снится твой пас пяткой в прошлом матче. Артем, для тебя в мене будет більш важливое завдання. А ты слышал, что мы на Италию выходим? Серьезно? Они уже больше 30 матчей не проигрывают и редко пропускают. Я старался. Не дотягиваешь до сборной Португалии. Ну, раз вони сами собі б'ють, навіщо допомагати? Иди к штанге! Замыкай уже! А, так вот что ты там кричал. Как тебе Цыганков? Да я его не кусал. Он и так бледный был какой-то. О, а этого я раньше не видел. Ось ты де, черт! Сейчас я тебя загипнотизирую. Не, не выйдет. Я в церкву хожу каждый день. Тоби кинец. Давай, Артем. Вот молодец. Не дивлячись на те, що наша збірна вчисто програє Австрії, наші хлопці по статистиці пробігли не менше австрійців. Фуф, хорошо, що не поїхав. Тут та й за чіпсами леньки встать. Я би хотів... Извиніться перед болельщиками за нашу ігру. А, ну ви знаєте, да. Саша, звідки в тебе укуси на шиї? Це був граф Дракула. Ага, я що, зовсім дура, по-твоєму? Ось з Дракулами і живи тепер. Влада! Я так-то теж, Влад.